Советская страна превзошла наивысшие достижения мировой цивилизации. Только что отпечатали. Новая пьеса. Ну, расскажите, о чем это ваша новая пьеса? Герой 30-летний человек. Он живет мечтой. Поехать в отпуск на утиную. Так, а что сказали насчет пьесы? Мне сказали, пьесу приняли к постановке. Да мы-то приняли. Только над нами еще 5 инстанций. Вот вы все гораздо писать про женщин, про одиночество. А мне надо про героев гражданской войны. Самое лучшее время — весна. Весной даже обувные фабрики пахнут сиренью. А ночью пришли трое из НКВД. Зачем-то рвали книги, мы фотографии. Мы запустили человека в космос. Сама жизнь дает нам темы для молодых писателей. А что, если мне пьеса не нравится? Почему я не могу сказать об этом откровенно в присутствии автора? Вы осознаете? Он осознает. В вашей пьесе нет привлекательных лиц. Одни только дураки и неудачники. А я люблю дураков и неудачников. Они не способны на подлость, которая делает привлекательные лица. Я сам дурак и неудачник. Ну вот поздравьте меня. Я опоздал на электричку. Твои пьесы играют в Москве, во всех театрах. И по всему городу расклеены афиши на афишах. Вампилов. Ты стоишь в зале с цветами, смотришь в зал и видишь нас. Брата, сестру, меня. Ты улыбаешься нам.